Сегодня у нас 16 мая 2016 года. Это мы находимся на пруду тут, возле недалеко от Потеряевки. Вот там вот видно здание Потеряевки, дома. Вот. Да, сейчас я покажу. Здесь мы траншею вот с братьями прорыли с Божьей помощью. Целый день сегодня с утра. Ну и плюс еще в субботу здесь работали. Вот брат Никита сейчас скоро прорыв сделает воды. Немного осталось. Пройди вот так прям на ее. Ну видишь, я сейчас уйду, он начнет сразу это прорывать. Он уже начинает. Уже начинает, да. Че ты уже все, да, Никит? Да, он уже подходит к этому. Сейчас мы посмотрим. Ну давайте я другой перчатки дам. Свои положи. Это невозможно так. На, вот эти. Конечно, ну ты ишь, ты всю эту черенок заморал из-за этого. Лопату тоже другую не нужно. Ну давай мою. Дам сейчас. У меня хоть сухая. Эту сторонку пока отставь. Изжила себе. Держи. Перчатки. Так. Надо подняться. Такой грязи мы целый день сегодня возимся. Сейчас надо вдоль траншеи помогать ей, чтобы вода двигалась. То есть продвигать ее все везде. Где глину убрать, где что. Где протыкать дно просто, чтобы углублялась вода. О, пошла, да. Слава Богу. Посмотрим результат нашей работы. Пошла. Пошла, слава Богу. Ты чудотворец. О, поток воды. Виталий, Виталий, помогай там где-то. Не знаю, где сможешь, конечно. Здесь надо дальше уже проходить. Там протыкивай. Никита молодец, он там сейчас углубится хорошенько. Нет, вон там надо дальше смотреть. То есть везде протыкивай, где можешь. Вот где вот бугорки есть, вот такие, там протыкивай. Ой, там. Слава Богу, аллилуйя. Походу пьес, только не упади, что-то скользко. Посмотрим. О, хорошо идет, мне нравится. Не зря мы тут сидим. Столько времени, да? Сил потратили. Времени, сил. Здесь уже замедляется, видишь? Это чудотворец. Это факт. Здесь уже замедлилось. Ну, она замедлилась, сейчас наполнится. Критическую массу наберет. И пойдет тут и хочет. По закону Архимеда. Ну можно там еще даже подковырять что-то сделать, чтобы она начала. Я вот смотрю, когда она чтоб движ... набирается там. Угу. Вот это что, значит, это у нас неравномерно. Ну да, ну потому что я там уже. Вон она пошла уже там дальше. Все, тут она дальше двигаться стала. Во. Вот этот рубеж, да, самый такой тут. Здесь я уже перестал копать глубже. Затормозила немного тут. Там идет затор. Река. Вот. О,
брат Никита там усиливает напор. Да он Нептуном заделался. Уже корень неудаленный. Вот она пошла, пошла. Интересно как. О, смотри. Чудо, чудо, брат. Чудо Божие, да. Вот здесь это, брат, пораздвигайте листья. Не, а ты что, зачем? Ну просто помоги ей, чтобы она дальше. А, там корень. Конечно, тут. Корень. Она все сейчас будет заполнять все пространство. Что это было? Все, пошла. Вот это все в воде будет. Теперь можно обратно пойти посмотреть, как что. Нет, там надо посмотреть, как она пойдет. О, да, смотри, смотри. Ноги. Ну, можно еще раз пройти, посмотреть. Да, да, да. Я, наверное, здесь сейчас. Мне понравилось, слушай. Понравилось. Еще бы, столько трудов потратили. Хоть какая-то радость Господь нам дал. Что не зря все это. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Христу. Хотели в середине дамбы, даже советовали с Игнатьевичем. Ну, а? Да я рассказываю, как мы хотели в середине дамбы все-таки прорыть сперва. Ну не сперва, а чуть позже. Но потом решили. Потом решили закончить здесь. Вот брат тоже снимает. Вот. Посейдон. Посейдон, вот. Посейдон. Стихии все в руках Господа. Никаких Посейдонов нету. Как нет? Вот. Все это вымыслы человеческие, ты же знаешь. Так. Ура! Вот сейчас я. Вот сейчас я покажу дамбу саму, где мы хотели прорыть. Даже совет спрашивали, Игнатьевича. Вот здесь деревья еще пока поваленные, потом вода поубавится, можно будет их повытаскивать отсюда. Сейчас у нас уже 18:34. Вот время показываю. Вот, вот здесь вот мы хотели сперва пропустить воду. Она вот тут недалеко. Но, конечно, короче путь был бы. Но здесь опасно. Потом в дальнейшем может опять вода пробить. То есть, хоть даже если бы утрамбовали хорошо, есть опасность, что может пробить. Это может всю даму размыть. А там, если сбоку даже промоют, потом ничего страшного не будет. Воды, а в дальнейшем посмотрим. Ну, думаю, долго, да, будет течь? Ну да, воды там много, еще плюс дожди идут. Еще сейчас будет. Надо будет, знаешь, потом посмотреть, сколько там воды набралось, и туда дальше. А мы сейчас туда и пойдем сейчас. Сейчас там уже должно пробиться. Вот эти вот только ветки всякие заграждают. Какие? Да вон всякие. Да, ну перестань, что они. Все. Все очищать. Очищать надо все равно. А на ветку, на ветку, и все, потом плотина получается. Кто-то говорил, что со спичечную коробку даже. Вот. Слава Богу. Пошло, сейчас дальше посмотрим, что там у нас, куда вода разливается. Никита Андреевич там. Вот. Никита тут снимает тоже. Ой.
Они там взять дальше растекаются. Ага, ну это хорошо. Вот, и тот она тут идет дальше у нас. Сейчас посмотрим, куда дальше. Вот тут пройдем сейчас мы. Вот здесь она наполняется. Здесь это она дальше пойдет. Вот. Тут немножко надо кое-где прочищать. Она дальше шла. Тут даже кусты смородины. Что говоришь? Кусты смородины везде растут, маленькие. Ну вот она дальше пойдет. Сейчас посмотрим. Такие дебри, что не сразу пройдешь. Вот. И вот сюда вот вся вода сейчас выйдет. Но на этом еще не все закончилось. Вот. Там вот возвышенность. А здесь самая низина идет. И она уходит дальше туда в лес. И туда дальше идет она. Слава Богу за все. Аллилуйя.